Вот такой базар вокзал. Посмотрите, утки прям к ногам подходят. На улице холод собачий. Зима у нас началась. Да. Им надо, я 2 батона купила. Один, правда, уже скормила, а телефон за камеру забыла включить. Посмотрите, что делают. Посмотрите, что творится. Прямо вот возле ног стоят. Тут и голуби, тут и утки. Им нужно не 2 батона, а целый пол машины надо покупать. Да, да, мои детки. Детки-конфетки. Я ходила в метро. Котам за едой. Посмотрите, сколько. Посмотрите только, что делается. Сейчас пойду еще куплю. 5 батонов, не знаю. Деньги с собой не брала. Подавилась. Полный рот напихала. Не пролазит. Да, да, да. Нате, нате. Га-га-га. Га-га-га. На улице зима. Их сейчас с каждым днем будет все больше и больше. Пока пруд не замерзнет совсем. На том краю здесь не видно. Уже начал замерзать. Здесь он долго у нас не замерзает. Здесь бьют ключи. Ну что, все, хлеб кончился. Сейчас пойду схожу, еще куплю. Еще куплю, да. Вот такой вот у нас базар-вокзал. Смотрите, сколько. Ну, что стоишь, ждешь? Сейчас схожу, куплю, принесу еще. Сейчас принесу. Сейчас, мои хорошие. Сейчас дойду до магазина. Благо, магазин рядом. Ну, вот, сходила, купила еще 5 батонов. Голуби вот прям по кругу. И утки, посмотрите, сразу выходят на берег. Как только человека увидели, все, пошли. Так вот. Вот они будут, пока пруд совсем не замерзнет. А так они, даже самый маленький островок остается, и они все тут. Сейчас я сначала голубям туда в сторону вру. А, уже и утки все вон повылазили. Наверное, на берегу им удобнее есть теперь уткам, чем на этом. Там у меня дома еще рис есть. Надо было этим голубям туда им чуть-чуть вон в сторону, чтобы поменьше их здесь было. Да, да, га-га-га. Вы мои га-га-га. Ой, сесть, что ли, так удобнее, наверное, будет. Пока я пакет открываю, они уже... Да, 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 смотрите, а, смотрите. Просят кушать, кушать просят птички. Одной рукой неудобно. Ну вот, показала я вам, как у меня тут утки едят. Вот. Прям под самые ноги идут. Все, голуби там съели. Сюда к уткам. Надо голубям опять в сторону откидывать. Посмотрите, прямо вот тут подходят к ногам.
Сейчас дам. Сейчас неудобно мне одной рукой. Ну ладно, показала я вам все. Прям под самые ноги, посмотрите. Все. Всем спасибо за внимание. Буду уже так кормить, ломать, а то неудобно одной рукой. Всем хорошего дня. С вами была Елена и Утиная гвардия.